Диджей-каток размером в 6 тысяч квадратных метров. Новое пространство для любителей коньков начали готовить в парке Амазония. 23 декабря в субботу откроется самый большой каток столицы Чувашии. Пока его начали заливать. Площадь разделят на два уровня. Один для скоростного уверенного катания, другой для тех, кто только учится стоять на коньках. На льду будут проводить массовые конкурсы и дискотеки с диск-жокеем. Собственно, поэтому он диджей-каток. Откроется в парке Амазония и резиденция главного новогоднего волшебника. Резиденция Деда Мороза, соответственно, где Дед Мороз будет встречать гостей, их угощать различными вкусными блюдами, теплыми напитками, согревать. Новогодний праздник в этническом комплексе с аниматорами, световым и фаер-шоу начнется в субботу в 15:00. Любителей зимних активностей ждут каток, природная горка для катания на тюбинге и лыжная трасса.